25 июля текущего года, то есть последнюю пятницу, истек срок, отведенный на выдвижение кандидатов в собрание представителей города Кузнецка 6-го созыва. И на данный момент можно сказать, что выдвинулось 83 кандидата. Всего же предстоит выбрать 22 депутата. Пока минимальное количество претендентов в округе – 3. В одном из округов ожидается соперничество 6 кандидатов, еще в 2 – 5. Обращает на себя внимание довольно большое количество самовыдвиженцев. Таким образом, решили идти на выборы 36 человек. Остальные представляют партии и общественное объединение. В составе списка выдвинули свои кандидатуры подразделения политической партии «Единая Россия», подразделение политической партии ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия». Также в составе списка кандидатов выдвинула свои кандидатуры и общественные организации «Кузнецкий союз молодежи». Во всех 22 округах своих претендентов выставила «Единая Россия». Среди кандидатов 25 руководителей частных организаций и предприятий, 24 работника бюджетной сферы, 14 предпринимателей, 10 студентов, 9 безработных и 1 адвокат. Из ныне действующих депутатов документы в избирательную комиссию подали 12 человек, то есть более половины народных избранников 5-го созыва. Следующий этап избирательной кампании – регистрация выдвиженцев в качестве кандидатов в депутаты. Он завершится в середине августа. Выборы депутатов собрания представителей Кузнецка пройдут 14 сентября.